такое. Народ, кстати, много здесь? Записываться, записываться, это нельзя. Да, не мотовки надо. Я так на тоже из дома выглядываю, смотрю туман. Если вот ее удастся пробить, будет очень красивый полет. Я думаю, что да. Что-то могу дать приборов и надо. Ну, я думаю, надо было. А вон у Ваньки есть там. Не потеряться. Это все равно. Я прибор-то зарядил сегодня, взял, например, только с той целью, что померить скорость, если будет. Друзья, у тебя прибор с навигатором? Да, навигатор. Ну, у меня где-то Flymaster Lite. С навигатором. Ну, GPS-ка там есть. GPS-ка есть. И карта загружена, да? Там все есть, да. Только масштаб там он не очень хорошо держит. А у тебя сегодня будет? Лучше все проверить. Орел? Нет. По крайней мере, сплавиться ты уже можешь. Тут свободно еще. Ну ты, когда заложи крен, если тебе вот будет давить, ну, надо чуть-чуть отпусти, чтобы вот у тебя просто было ощущение, что они на плечах. Все. Так, в принципе. Вот надо пробовать с этой позиции начинать. То есть стоять на, немножко на носках, да? Ну, как бы у тебя пятки проваливаются, а ты как будто бы носочками слегка упираешься. Да. Почему? Потому что ты когда будешь поворачивать, это досочная подвеска, и когда будешь поворачивать, да, ты... Грубо говоря, противоположную сторону. Ты положишь вправо, например, левой ногой упираешься, правой чуть-чуть подгибаешь и поворачиваешься. Но бездосочный наоборот. Нормально. Летать надо. Ну так. А уже летали на разведку? Нет.